Проснулись в 4 утра, сегодня летаем на шарах. Вася, ты готова? Нас погрузили в маршрутку, и мы сейчас едем на взлетное поле. С нами зайчик, Светлана. Я привет. Время 5 утра. Нас привезли на площадку, где уже надувают наш шар. Вот такая большая корзина. Уже много шаров в воздухе. А это, скорее всего, лежит наш шар, который сейчас надует. Время 5:52. Нас погрузили в шар, вот в такую корзинку. Мы здесь втроем, с нами еще человек, наверное, 20. Вот такой же у нас шар, только здесь сверху. Fly is very important. Landing time, landing position. Видел? Да. Вот это похоже на этот стол, только с шарами. Да, с ветром было бы не очень. Там дрон летает. Блин, вообще не... Шар летает очень спокойно, нежно, не страшно, но при этом очень высоко может лететь. Приземлились прямо на прицеп, нас сейчас на нем буксируют, хотя шар еще надут. Сели очень мягко, просто идеально. Теперь вот ребята тянут за веревку шар, верхушку шара, чтобы его вот так положить, свернуть и убрать в пикап. Пока, шар, спасибо.